Уважаемый Владимир Владимирович, я от имени правительства еще раз хотел бы вас поблагодарить за внимание к деятельности правительства, за постоянные контакты, решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях. И, конечно, пользуясь этой возможностью, пожелать вам от имени правительства хорошего Нового года. Вот. Ну и, естественно, немножко отдохнуть, если это получится. Ну и от имени правительства хотел бы вас пригласить попить чайку сейчас. Спасибо большое. С наступающим.